Стать гостем новогодней елки мечтает каждый ребенок. Благо, сейчас недостатка в мероприятиях нет, да и билеты достать куда проще, чем это было лет 20-30 назад. Но не все дети в силу разных обстоятельств могут побывать на празднике. И тогда праздник приходит сам. В канун Нового года к юным пациентам Видовской больницы заглянули сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом, что стало для ребят настоящим сюрпризом. Нового года и подарков с нетерпением ждут все дети, но никто не будет спорить, что особенно этот волшебный праздник необходим тем ребятам, которые в силу разных обстоятельств оказались на больничной койке. Юные пациенты Видновской больницы, узнав о готовящемся сюрпризе, начали собираться в холле детского отделения минут за 20 до начала мероприятия, ожидая появления сказочных гостей. Настроение поднимется и побыстрее начинаешь выздоравливать. Дети будут радоваться. И если не могут идти на праздник, то уже праздник придет к ним. С приходом новогодних персонажей настроение у мальчишек и девчонок поднялось. А глядя на улыбки ребят, радовались родители, врачи и медсестры. Кстати, такие праздники в этом отделении не редкость. Ведь выздоровление маленьких пациентов зависит не только от квалифицированной помощи врачей, внимания медперсонала, но и от настроя самих детей. У нас периодически проходят мероприятия, которые организуют нам спонсоры. В ней ГАЗ, церковь наша, вот, которая находится на территории больницы. И вот эти праздники приурочены к основным таким вот нашим праздникам, которые в стране проходят. Танцами, песнями, забавными играми и веселыми загадками приглашенные артисты развлекали детвору до прихода главного героя праздника. На Деда Мороза и Снегурочку в этот день была возложена особая миссия. Дети здесь немножко не должны почувствовать, что они обделены какого-то внимания. Мы стараемся тоже как бы более милосердно как бы к этому отнестись. Поздравил ребят с наступающим Новым годом и глава Ленинского района. Сергей Кошман пожелал ребятам скорейшего выздоровления и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручил им сладкие подарки. Мы договорились с ребятами, что они будут стараться, а мы будем... Взрослые совместно с медицинским персоналом нашей больницы тоже делать все возможное и необходимое, чтобы они обязательно поправились. Так и будет. И тогда каждый, наверное, из нас почувствует, что праздник ближе, праздник радостнее. И это настоящий Новый год. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.